Далеко не везде праздничный фейерверк приводил в восторг и дарил положительные эмоции. В Челябинске несколько зарядов из батареи салютов залетели в окно квартиры и стали причиной пожара и гибели хозяина жилища. Сообщается, что мужчина погиб от отравления угарным газом. Примечательно, что огненное ЧП не остановило любителей пиротехники. Квартира горела под звуки разрывов фейерверков во дворе. Все, комната выгорела. В городе Мурино под Санкт-Петербургом в новогоднюю ночь люди попали под обстрел неуправляемого фейерверка. Салют установили на детской площадке и не закрепили. В результате заряды полетели не вверх, а в стороны. Людям пришлось прятаться за машинами и сугробами. К счастью, обошлось без пострадавших. Повезло и жителям многоэтажки в Иваново. В новогоднюю ночь хулиганы обстреляли их дом из батареи фейерверков. Лишь чудом обошлось без пострадавших и пожара. Там по балкону.